Итак, встречайте, жакет Дунай, утепленная версия пиджака. Кардиган вязаный, Надя, на молнии, то есть полноценная куртка на осень, согласна? Абсолютно с тобой соглашусь. Ты знаешь, не нужно, чтобы была только куртка, нужно разнообразие. Пусть это будет вязаный великолепный жакет. Давайте посмотрим, в чем здесь его плюсы. Ну, во-первых, черно-белый, яркий, стильный, невозможно не заметить. К лицу каждому, посмотри, вот прикладываешь, освежает, правда? Далее посмотрим на отложной, достаточно высокий воротник. Посмотрите, здесь 15 сантиметров. Вязаное полотно с шерстью. Мы как раз видим, вот она, качественная вязка, на машинке выполненная. Наш российский производитель предлагает нам только высококачественную вязку. Поэтому не переживайте, это изделие не деформируется, не потеряет форму, будет с носу ему не будет стирать, можете абсолютно не беспокоясь. Итак, любимые телезрители, размерный ряд, я должна вам об этом сообщить, от 46 до 60. Ты знаешь, Надя, многие телезрители сейчас подумают, ну на улице жара, зачем мне вязаный кардиган? Но ведь мы вам сегодня с Надей представляем осеннюю коллекцию. Ведь осенью этот кардиган уже мы вам представлять не будем. Вы не представляете, какой колоссальной популярностью он уже пользуется. Наш колл-центр переполнен вашими звонками. Оставайтесь спокойными, дождитесь ответа наших операторов. А это значит, что до 60-го размера могут закончиться какие-то размеры, поэтому поторопитесь. Давайте посмотрим. Мы под низ надеваем наш джемпер велюр. Сверху жакет Дунай вязаный с содержанием шерсти. И юбка Элона сюда подходит. А еще, внимание, посмотрите на туфельки Кармен. Вот хотите выглядеть так же? Хочу, сказала Оля Грядунова. И вы тоже можете себе это позволить. Ну, Надь, ну посмотри, ну это действительно очень стильно. Да. Во-вторых, очень модно и очень свежо. Ты знаешь, вот осенью, как правило, наденем мы все черные куртки. И вот серость вот такая происходит. А тут посмотри, казалось бы, и черный, и белый, и серый. Вариация присутствует. И как освежает, и сразу настроение повышается. Повышается. А если вышло солнце, если немножко осталось жарко, вы можете расстегнуть этот жакет. Кстати, давайте сделаем это в кадре. Я покажу вам на нашей модели, как вы легко можете расстегнуть этот жакет. Итак, посмотрите. Внимание по вам! Здесь не молнии, здесь не пуговицы, здесь не навесные петли. Здесь очень удобная, все продумано. Молния, которая за секунду распахивается. Кстати, вся красота в деталях. У нас есть красивый бегунок, о нем мы еще поговорим. Изящно оформленный. И что еще хочется от тебя отметить? Конечно же, наличие черного контрастного пояса. Давай, Настенька, завяжем. Даже в расстегнутом виде. Давай сейчас завяжу. А вот я бы хотела, чтобы наша модель сама расстегнула и застегнула, чтобы никаких сомнений не возникло у наших телезрителей. Здесь все как по маслу, дорогие телезрители. Мы ждем ваших звонков. Жакет Дунай, именно так он называется. Это вязаное полотно. Безупречная посадка по фигуре. Я не удержалась, Надя, я тоже вот прям сразу примерила его на себя. Ну как мне, что скажешь? Что ж, я смотрю, Оленька, на вас с Настей и понимаю, что жакет универсальный. Он идет любой фигуре. Он идет любому размеру до 60-го включительно. Посмотрите, наша Оленька обладает пышным бюстом, узкой талией и бедрами узкими, но даже на ней садится идеально. Какой контрастный принт, какой стильный. Оля, ну-ка, дорогие, расскажи нам. Дорогие, любимые телезрители, это невероятное предложение для вас. Это осенний жакет. По сути дела, это полноценная верхняя одежда на осень. Вы знаете, тепло мне сразу стало, потому что здесь вязаное трикотажное полотно. Ой, хорошо, мне еще и от цены меньше 2000 рублей. Я обязательно возьму. Вы знаете, я хочу быть красивой, тем более цвет какой освежающий. Посмотрите, как освежает эти краски. Если вдруг подул ветер, посмотрите, приподняла. Он нам тоже не страшен. Закрылись и от ветра. Размерный ряд какой широкий, Надь. Посмотри, от 46 до 60-го. И карманы тоже есть. А карманы это очень важно, потому что осенью, когда похолодает, не всегда успеваем взять с собой перчатки. И можем воспользоваться накладными, широкими, да какими глубокими карманами. Посмотрите, как они контрастные, строчкой отстрочены. Посмотрите вообще на дизайн. У нас здесь повторяется черный.
черный элемент по вороту, черным поясом, которым мы подпоясываемся, делаем себе, создаем талию. В общем, Оль, ты просто с обложки журнала о модных тенденциях. Ну, а самое главное, Надя, мне знаешь, что нравится? Ты, кстати, тоже примерь. На секунду, а я бы хотела сказать, что доллар-то растет. Так. Евро растет. Так. А мы цены для вас, любимые телезрители, удерживаем. У нас особые договоренности с нашими поставщиками. Самые низкие цены, без посредников, без наценок.